Конь и вам здравствуйте, дорогая. Он мне помогает. Здравствуйте. Цветы к могилам отцов и дедов положим с миром мы в День Победы. Пусть память сердца, как наша совесть, хранит навечно войны той повесть. Каждое время рождает своих героев, каким бы оно ни было тяжелым для нашей страны, но на страницах ее истории вписаны все имена всех ее героев. Митинг, посвященный встрече 2-й дивизии народного ополчения города Ленинграда, прошу считать открытым. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Невскому Александру Игоревичу. Сегодня в этом году вас побольше, это очень хорошо. И, конечно же, эти памятные юрские дни, они в памяти и у нас, кто давно уже занимается и 2-й дивизией, и всеми боями, которые здесь были. Хочу сказать, что в этом году, 22 июня, мы здесь, на мемориале Мануйлова, захоронили останки 25 бойцов. К сожалению, ни одного имени, фамилии нет. Рад вас приветствовать, видеть в здравии. Был очень ласковым и теплым тот июнь, и в синем небе дружно пели птицы о том, как славно на земле родиться, о том, как славно жить в родном краю. Какую страшную войну принесли фашистские захватчики нас на нашу землю. Они сами называли ее тотальной, всеобщей, где с одинаковым равнодушием, беспощадностью и методичностью уничтожали и раненых бойцов, и безоруженных пленных, и слабых стариков. Товарищи дорогие, администрация, глава совета. Это очень показательно, особенно в вашем районе. Правда, и в других районах, которые мы населенные пункты освобождали, тоже нас очень ждут и хорошо принимают и чтут. Мы, ветераны, просто благодарны вам, что вы помните нас, помните здесь павших людей и сколько уже сделано, чтобы как-то расшифровать этот клубок. Большое вам спасибо. Я да просто не нахожу слов оценить работу ваших поисковиков. Но восстановлены разрушенные города и села, но еще не исчезли следы войны с нашей земли. До сих пор умирают от ран бывшие солдаты. Валенами мечей, печей залетает угрожающая ракета. О, люди, заступитесь за планету. О, человек, вставай на палаче. Вспоминаю историю, как началась война. 33-й год приходят к власти и сразу своей целью обращают внимание своих от уже очень узкого круга лиц на восток, на Россию. 39-40 год покоряет Европу буквально за 9 месяцев. 22 июня 40 года падает Париж к ногам Гитлера. И 41 год фашист разворачивает, зная генеральный штаб фашистский, немецкий генеральный, зная практически все о состоянии экономики России, о состоянии моральном России, о состоянии вообще в России, и начинает войну против русских. Но, нападая на нашу родину, враг абсолютно не понял души русского человека. Абсолютно не знал, особенно здесь, на ленинградской земле, на московской земле, особенно здесь, на ленинградской, вот когда встали плечом к плечу 2-я дивизия народного ополчения и другие дивизии народного ополчения, еще не сформированные воинские части здесь тоже попали в эту мясорубку. Встали и этой стеной прекратили путь фашистам к Ленинграду. Сейчас на этих братских могилах по нашему району, по другим районам Ленинградской области, Новгородской области находятся поисковыми отрядами очень много людей. Очень много. Виктор Костюкович, дай Бог ему долгих лет жизни со своим отрядом,
просто делает дело, которое, понимаете, как будто бы все забыто. А нет, вот земля тогда ведь, земля, ей лежит то, что было в свое время не найдено, не захоронено. На этом памятном месте я хочу от имени Совета депутатов, коллектива администрации сказать вам человеческое большое спасибо за то, что вы нашли в себе силу воли и приехали сегодня сюда. Хочу сказать спасибо за то, что вы отстояли мир и независимость нашей Родины, за то, что мы сейчас живем под мирным небом и не увидели тех тягот, которые выпали на вашу долю. Сюда. Сюда вот, прямо в лесу. По центру можно, по центру. Вот флажку положите. Флажку, флажку. По всему берегу Луги, вот здесь вот так, в Ивановском месте, еще остались места. Это был укрепрайон, и были ДОТ, и ЗОТ и так далее, то есть вот эта полоса была насильная. Но войск все равно не хватало, и они вдоль этой полосы пролетели по дороге, а там дорога есть, по Луге, прямо будем по реке Луги, по этой стороне, вот по этой стороне, по правой стороне. И до, сюда до Ивановска. Повернув сюда от Ивановска, здесь их, мы сейчас вот в Ивановском будем в деревне, вот. Их случайно, ну не случайно, здесь войска-то были маленькие, вот. Заметили, значит, постнаблюдение. Сразу во поле был звонок, срочно появились танкетки, а немцы не ожидали, их тут обстреляли, они даже не ожидали. Тоже подтянули туда немцы, если у нас сил не хватало, не хватало. Наши потихоньку отходили, и Полково, остановились, там фронт был зафиксирован, и до 44-го года переходил из рук в руки, так, вот. Ну, Полково, по крайней мере, так, фронт был зафиксирован, вот таким вот образом. То есть здесь были сумасшедшие, страшные бои. До сих пор отряд «Форпост» Костюковича, Виктора Костюковича, находит в этих лесах и болотах, здесь вот около Заивановски там болота есть, вот. Очень много людей, которых в свое время, значит, были убиты, просто забыты, не захоронены, вот, лежат просто присыпанные или временем и войной и травой поросшие. Вот таким образом. Все-таки лестницы, да, когда вы его, я прощаюсь, я вам скажу, что я вам.